Все, запись пошла. Поднимается водетка. Да Бальцева отдыхают. Санаторий Дебальцева. Проходим процедуру. После обедней процедуры. Ныряние, блядь. Процедуры ныряния, блядь, в бетон, в асфальт. Как селфи? Селфи. Опа! Зёрлое поле, блядь. Ознакомление снегом, асфальтом, землей. Скажите что-нибудь. Чиз. Life news. Life news. Ну, как-то так. О! Это пошло или... А хуй его знает. Ремонтик бы сделать не мешало. Евро. Кстати, евроремонт, блядь. О. Все нормально, блядь. Евроремонт коротического. Да, Рашан и Джумшут. Иди вот с ними, как гипсокартона зачем. Держим оборону, автозаправку. Тут, блядь, какая-то распиздяченная машина. О! Не хау, бля! Хау! Лайф ньюс! Разрешите у вас взять интервью? Все комментарии, бля. Да! 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 Три да! А это мы в магазин сходили. Блять, отойди. Не, пацаны, ну вы гуляете, конечно, конкретно. В магазин сходили, бля, железяку купили. Не одну. Причем у каждого. То мы кого просили, а вони нам не дали. Вот жаба. Бармен. Звено аватаров. Звено аватаров. Вадик, деньги сейчас, касса на подходе. Вадик, прими деньги. Лара, стой, где наша доплатка? А где Чоня? Чоня пошел уже нюхать. Ну, красавчик. Я ночлега искал. Я понял. Походу здесь-то мы и заночуем. Да. Он пацаки тоже пошли селфи делать. Вот, бля, все нормальные пацаны на фронте воюют, блядь. Мы, сука, приехали пофотаться. Сейчас, подожди, давай. Это Женя, Роман. Давай. Да не, это надо, блядь.